Джеффу Монсону не стоит драться с Александром Емельяненко. Это доказал Тимур Никулин в боксерском поединке против легендарного бойца смешанных единоборств, который больше походил на выставочный бой. Хотя по пузу-то можно было хотя ударить? Бы куда-нибудь дать, да. Джеффри, родненький, ударь, но... Все, уже там чуть пониже, уже ватерлинии здесь ущерба сильного нет. Почему бы не продолжать? Вот Джефф решил поработать немножечко, да, чисто называется этот фитбокс. Да, вот сейчас вот руки, хорошо. Ох, там, по-моему, чуть его подсогнуло, да, вот сейчас. Как-никак Снеговику в этом году стукнуло 50. У него много травм, и в конце концов он базовый грэпплер. А бой против Александра состоится по правилам голых кулаков. А это, на мой взгляд, прямой путь к эшафоту. При том, что Емельяненко-младший моложе Монсона на 10 лет и в последнее время выступает исключительно по боксу. Также добавлю, что у американца достаточно большой простой. Последний его бой был в далеком 2006 году против Тима Сильвии, да и тот был по правилам борьбы. Думаю, все очевидно. Не хочу, чтобы они дрались с Емельяненко именно на голых кулаках и даже по ММА. Емельяненко — это базовый мастер спорта по боксу. Я очень сильно переживаю за Джеффа здоровье. Я просто переживаю и боюсь, потому что Джефф для меня Бэтмен. Этот бой для меня значит только уважение и, можно сказать, спасение. Я боялся нокаутировать его. Этот человек — легенда. И меня все захейтили, меня все возненавидели. Но я вышел с человеком легендой. Первая причина — это спасти его от кулачки. Я просто его оберег от кулачных боев. Да, Монсон уже побеждал Александра, причем досрочно, но это было почти 10 лет назад. На данный момент, как вы видите сами, кондиции легендарного Снеговика объективно оставляют желать лучшего. Джефф, как вы сейчас себя чувствуете после боя? Terrible. It's a really bad fight. Timur fought much better. Timur's a good fighter, not. I want to give him credit. He fought much better than me, but I can do better than that. That was pretty bad.